Всем привет, народ! Чую, у вас есть вопросы. Где видео с вездеходного фестиваля Тур? Были ли мы там вообще? Да, конечно, мы там были и видео даже привезли. Но случилось одно но. Незапланированное, как обычно. После того, как Михаил еле-еле меня довез до дома с жуткими болями, спазмами, я был экстренно госпитализирован в городскую клиническую больницу города Дубны с почечными коликами. Дело в том, что у меня уже 2 года практически постоянные боли в области левой почки. Получить какую-то медицинскую помощь у меня возможности не было. Максимум это получал обезболивающее. И вот теперь почка уже достучалась конкретно до, если я правильно скажу, это нефрогидроз, что ли. Это когда почка не может прокачать жидкость. Получается застой и начинается отмирание тканей почки, которые не восстанавливаются, и стоит вопрос уже о дисфункции или о каком-то сепсисе, заражении. И, ну, собственно, хреновые были перспективы, поэтому мне экстренно поставили нефростому. Нефростома – это такой дренаж, который входит вам в бок, прокалывается бок, и он входит в почку, вводится в почку прямо. Для того, чтобы отводить жидкость, которая не может уже выходить естественным путем. Собственно, я сейчас как ежик с дыркой в левом боку. Но все бы ничего, операция на самом деле несложная, делается под местным обезболиванием. У меня началось какое-то осложнение, и около 5 дней у меня температура не опускалась ниже 38,5, доходила до 40. В общем, никто не знал, что это. Может быть, осложнение от нефростома, от этого катетера, или заражение крови, или еще что-то. В чем причина, не могли понять. Была взята куча анализов. Были подняты люди для того, чтобы начали искать какие-то выходы для того, чтобы меня экстренно перевести в другое медучреждение, если тут что-то пойдет не по плану. Анализы показали, что бактериального заражения нет, кровь чистая, все в порядке, но для этого нужно было время, а температура не падала. В общем, я хочу сказать огромное спасибо врачам городской клинической больницы города Дубна, урологического отделения, врачам, сестрам, нянечкам. Вы все люди с большим сердцем. Вы делаете работу своим сознанием дела. Большое вам человеческое спасибо. И как результат, ребята, я уже дома. Буквально вчера меня выписали. Скорее всего, было какое-то вирусное заболевание. То есть меня протемпературило. Просто это наложилось одно на другое, и поэтому испугало, честно скажу, испугало. У меня были уже моменты, когда между сериями лихорадочных мультиков, которые я смотрел, закрывая глаза, я уже думал, что вообще не вернусь оттуда. Я вернулся, я лечусь. У меня еще 2 плановых операции. Я думаю, все пройдет нормально уже. Ребят, делаю видео с торфа. Ну, а так как я уже опоздал, мы уже не успели как-то там в общем тренде. Кстати, не люблю такие форматы, когда надо торопиться, делать, резать, рубить, пилить быстро-быстро, чтобы успеть вот быстрее всех. Не наш формат. Мы все-таки хотим делать для вас эксклюзивное видео, делать его так, чтобы это было красиво, качественно, и чтобы этого больше ни у кого не было. Ну, вы знаете, мы это умеем. Ребят, пилим, делаем, не переживайте, все нормально. Кстати, параллельно сейчас начнем делать уже большой обзор про вездеход Бро-гибрид. Нам эта машина очень интересна. Нам его привезут, оставят, как я и говорил, уже на большой обзор, и заберут через неделю. Эту неделю мы его будем катать так, как мы хотим, так, как мы думаем, что он нужен нам будет вот под нашей экспедицией. Будем в нем и ночевать, и ездить. У нас здесь, помните же, есть хорошее болото такое, ух, жесткое. Рассказывать, главное, свои ощущения. Свои ощущения можно сформировать не за час, покатавшись, как это делают обычно обзор, а еще и делают люди, которые, ну,
мягко говоря, к этому отношения не имеют, а с чувством, с толком, с расстановкой, попробовав тут, сделав замеры шума, вибраций, тяги на воде, тяги на грунтах каких-то. То есть вот эти все моменты мы постараемся осветить и вам показать. Нам это самим очень интересно. Мы выбираем машину для своих путешествий. И также мы выбираем машины для нашей мультибрендовой точки продаж Вездемаркет, которые будут продаваться лучшие вездеходы. Вы сможете приехать в одно место и попробовать сразу несколько лучших, по нашему мнению, вездеходов, выбрать из них тот, который вам больше понравится, а не как у производителя это происходит. Вот он единственный, который решит все ваши проблемы. Так не бывает, ребята. Есть несколько вездеходов и есть разные задачи, под которые они подходят. Да, бортоповоротный вездеход, он вот более широкий спектр имеет применения, но все равно каждый вездеход под свои задачи. Где-то под ваши задачи не надо будет переплачивать, и мы вам это скажем. Где-то под ваши задачи надо будет вот прям узкоспециализированный вездеход, и мы тоже вам это скажем. Мы поможем с выбором, но выбирать вы будете сами. Вот такой сервис мы хотим сделать. Ребята, все, я пошел пилить, рубить, строгать. Вы можете в комментариях написать, ну не знаю, что-нибудь напишите. Может быть, слова поддержки, мне будет приятно. Ребят, мне было очень приятно, когда вышли первые видео, и, честно сказать, среди них не было каких-то плохих комментариев. Большое вам спасибо за то, что вы ждали и за то, что вы оставались с нами. Мы приложим все усилия для того, чтобы стать больше и стать лучше. И, конечно же, отблагодарим вас. Всего хорошего и до новых встреч. Пока. Ждите видос, скоро будет.